Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Honor Pod 8. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс всех настроек до заводских. Итак, открываем настройки. Далее проходим в раздел системы обновления и выбираем сброс. И нажимаем сброс устройства. Нажимаем сброс. И перед этим можем сделать резервное копирование. И нажимаем сброс. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.